Православный Донбасс ликует, несмотря ни на какие капризы природы. В главном храме Свято-Успенской Святогорской Лавры 4 и 5 декабря 2005 года состоится событие, значение которого для жизни православных христиан трудно переоценить. Архимандрит Арсений, многолетний наместник Свято-Успенской Святогорской обители, станет епископом. Чин наречения во епископы пройдет 4 декабря после торжественного вечернего богослужения. А 5 декабря состоится рукоположение во епископы, которое совершит блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины. Святогорские братья и паломники с огромной радостью встречают сегодня вас на земле Святогорья. Сегодняшний день введения во храм Пресвятой Богородицы всегда был особенно утешителен и радостен для православных христиан. Своим приездом вы усугубили радость праздника на 10-е, который сегодня празднует Святая Церковь. Пойдя в дом Пресвятой Богородицы, в Лавру Свято-Успенскую, Святогорскую, желаем от всей души ваше блаженство, чтобы Царица Небесная своими отроческими стопами предшествовала вашему вхождению в эти святые стены обители, и чтобы ее покров не оставлял все годы вашей жизни, и чтобы Царица Небесная всегда пребывала своим покровом, своими молитвами, своей милостью с вами в вечности. Примите этот каравай как символ любви, как чад к своему отцу и доброму пастырю. И мы со всей церковью, радуясь и молясь о вашем здравии в день 70-летия, сегодняшний день сугубо поздравляю вас с этой датой. И примите этот каравай как знак любви, сыновнего уважения и всегдашних молитв о вас. Городский голова и городской громады вас с праздником. И от всей братьи тоже. Thank you.
Свет по миру Божественный, воссиявший.
Невеста приводится ко святому храму. Невеста приводится ко святому храму. Юже восхвалим яко храм Божий пресветлый. Юже восхвалим яко храм Божий пресветлый. Святые святозарные. Святые святозарные. Святодателя Христа. Святодателя Христа. Имени ради Твоего потерпекте, Господи, потерпи душа моя в слово Твое. Упова душа моя на Господа. Воистину начаток благоприятен. Воистину начаток благоприятен. Яким мудрый с Анною принесоша. Яким мудрый с Анною принесоша. Изволившему божественный плод дати им. Изволившему божественный плод дати им. Богородицу Деву Марию яви. Богородицу Деву Марию яви. Нею же печаль отгнася дол. Нею же печаль отгнася дол. Юже воспоим благочестно веселящися. Юже воспоим благочестно веселящися. Радости Бог ходатайца. Радости Бог ходатайца. Бисьему миру сия. Бисьему миру сия. Благословляет Твою святыню быть епископом богоспасаемого града Святогорска. Благословение блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и священного синода Украинской православной церкви быть мне епископом богоспасаемого града Святогорска со благодарением приемлю и немало вопреки глаголю. Субтитры сделал DimaTorzok.
Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Помилуйся, милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Алексии и о всей во Христе братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о святейших вселенских патриархах и о всяком епископстве православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о всечестном архимандрите Арсении, новоизбранном во епископа Бога спасаемого града Святогорска. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся христиане. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости человеку любит Бог еси, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Героями славнейшими без сомнения Серафим, без деления Богослова, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженнейший Владыко, благослови. И же видение огненных язык с небесе не спасла и Пресвятого Духа на святые свои ученики и апостолы Христос, истинный Бог наш. Притом пречистые свои матери, честного славного пророка, Пятича Крестителя Иоанна, преподобных и богоносных отец наши, святых и праведных Бога, Отец Яким и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Ваше блаженство, Ваше преосвященство,
всечестные архипастыри Церкви Христовой. Сегодняшний день с трепетом и волнением я предстаю перед вами накануне дня моей Пятидесятницы, ожидая воспринять великую благодать архиерейства от Духа Святаго через возложение ваших святительских рук. Дерзаю приступить к сему великому таинству не с самонадеянностью, а с сокрушением сердечным, видя свое недостоинство и недостаточество, для восприятия сугубой благодати Божией, призывающей меня, неключимого раба, к высокой степени служения архиерейского. Приступить к всему таинству, восприятие которого трепетали и избегали святые отцы, и, приняв его с благоговением, несли мужи святые, светильники, столпы Церкви Христовой, побуждает меня Господь своей любовью ко мне грешному и всеблагий Его промысл о мне недостойном, оживляя в моем сердце ответную любовь к моему Создателю и Промыслителю, побуждая согласием ответить на сладчайший Его глас, призывающий «Аще любишь имя, паси овцы моя». Взирая со стыдом на свою нерадивую жизнь, поражаюсь долготерпению Божию и преклоняю свой недоумевающий дух под десницу Господню и повергаю себя в волю Божию всепремудрую и всесовершенную, памятуя слова псалмопевца Давида, что от Господа стопы человеческие исправляются. Оборачиваясь на прожитую жизнь и обозревая ее, вижу очами веры знамение промысла Божия на мне грешном. С момента рождения, с младенческих пелен, я был незаслуженно осыпан от Бога многими дарами Его благости. Жизнью своей я обязан своей матери, которая во время трудных родов готова была пожертвовать своей жизнью, лишь бы я был жив. С младенчества я чувствовал зов Божий в своей душе, который еще при появлении моем на свет устами врача, сказавшего «поп родился», знаменовал мое будущее служение Церкви. Я благодарен своим родителям, которые, воспитывая меня, преподавали мне уроки нравственности не только на словах, но и на примерах своей труженической жизни. Я не имел счастья часто бывать в храме Божием с младенчества, так как вырос в селе, где церковь была закрыта и взорвана еще в 31 году. Но я видел примеры христианского благочестия среди своих односельчан, которые, несмотря на атеистическую агитацию, были истинными исповедниками Христовыми. Видя и зная о высылках на каторгу, имея примеры расстрелянных наших сельских священников отца Василия, отца Никиты, отца Тихона, погибшего на каторге в Карелии протодиакона Алексея Мазьева, слыша угрозы и лишения родительских прав за религиозное воспитание детей, они собирались для пения псалмов, акафистов, чтения канонов, псалтыри над умершими в сельских домах, находя среди многотрудной сельской жизни время для молитвенного общения с Богом. Навсегда в моей памяти останутся стопки тетрадей, в которых печатными буквами, имея два класса образования церковно-приходской школы, переписывала молитвы, Евангелие, акафисты моя бабушка, которая читала затем долгими зимними вечерами в уединении. Неизгладимые впечатления в детской душе оставили рассказы о святыне пещерных в Шатрищегорском и Дивногорском монастырях, расположенных недалеко от села, пещерные храмы которых в нарочитые дни часто ходили или ездили односельчане, относясь к ним с сугубым благоговением. Еще мальчиком меня тянуло в эти пещеры на меловых кручах свидетелей подвига у многих поколений монашествующих, посещая которые я впервые ощутил сладостное чувство молитвы и действие, призывающей благодати Божией. Рассказы бабушки о хождении пешком в Киево-Печерскую лавру по чаю и о находящихся там святынях, имея в роду своем ходивших в Иерусалим, я с восторгом слушал и о получении благодатного огня, и о нетленных мощах, и о стопочке Божией Матери, как о чем-то желанном, близком, дорогом. Посещение в пятом классе со своим отцом собора Московского Кремля, а через год посещение тогда еще отнятой церкви святыни пещерки его Печерской лавры и благодать этих святых мест еще более утвердило во мне мечту посвятить жизнь свою служению Богу и церкви. По
Поступив по окончании школы в сельскохозяйственный институт города Воронежа, я, наконец, получил возможность часто посещать службы церковные, к которым, как к чистым источникам живой воды, стремилась моя жаждущая душа. Не оставлял Господь своей милостью меня и во время службы в армии, которую я проходил недалеко от древнего города Гороховца Владимирской епархии, и где я встретился с ныне уже в Бозе почившим старцем протоиереем Вениамином, настоятелем никогда не закрывавшегося древнего храма Казанской иконы Божьей Матери. Сам вид его старца, прошедшего многолетнее горнило сталинских гонений и лагерей, внушал благоговение и заставлял прислушиваться к его советам. В то время, когда простому сельскому хлопцу самому по себе трудно было решиться исполнить на деле свои мечты о служении церкви, отец Вениамин своим благодатным словом вывел меня на путь жизни церковной, сказав в ответ на мои дальнейшие жизненные планы, что их ради церкви бросить можно. После окончания службы в армии я был принят псаломщиком в Покровский собор города Воронежа, где состоялась моя первая встреча и знакомство с человеком, которому я многим обязан в своей жизни, имевшего живой опыт общения с известными старцами-духовниками и плоды деятельной монашеской жизни, основание которой было положено в стенах лавры преподобного Сергия. Этим человеком был ныне здесь присутствующий епископ Алипий, тогда еще архимандрит, настоятель Покровского собора. Из общения с ним я впервые задумался о монашестве, и хотя я не совсем еще проникся пониманием и стремлением к жизни монашеской, но в глубине души я почувствовал, что это то, чего моя душа искала и к чему Господь вел меня через любовь к пещерам древних монастырей и к рассказам о паломничестве в древние обители. Тогда же в келье отца Алипия я впервые познакомился с удивительным человеком, с хиархимандритом Серафимом, служившим в селе Ожога Воронежско-Липецкой епархии, подтвердившего своим благословением совет владыки Алипия на поступление в духовные школы Троицы Сергиевой Лавры. Жизнь в семинарии, в стенах великой кельи преподобного Сергия, наставление преподавателей, общение с лаврской братьей, участие в торжественных службах, слушание известных проповедников, прекрасных хоров, молитвенная тишина древнего Троицкого собора, святыня мощей великого Аввы Сергия, примеры веры и благочестия, история русского православия, застывшая в храмах и стенах лавры, все это возымело на душу огромное впечатление и способствовало твердой решимости в избрании монашеского образа жизни. Дальнейшее окончание семинарии и последующее за ним пострижение и рукоположение в иеромонахи, назначение на приходское служение в храме святых апостолов Петра и Павла в городе Красный Лиман дало прекрасную возможность познания глубин приходской жизни и обогатиться общением с паствой, которую не только можно было поучать по долгу пастыря, но и многому учиться у них, как у людей, которые пережили тяжелый период гонений, сохранив верность Церкви и чистоту святого православия. Многие из них, бывшие духовно руководимы старцами, своей ревностью и живым примером благочестия, могли безмолвно назидать меня, молодого пастыря. Приняв как волю Божию перевод с приходского служения в число братьев, тогда только что открывшейся Святогорской обители, насчитывающей всего 8 насельников, и оглядываясь на отрезок жизни, проведенный в этом святом месте, не кривя душой осознаешь присутствие благодати Божией, которая отразилась в названии «Святые горы», помогающие нести труды по устроению святой обители в нелегкий начальный период становления монастыря. Огромную роль во внутреннем устроении обители и духовном настроении братьев сыграли советы владыки Алипия и старца схиархимандрита Серафима, дни общения с которым до самой его кончины были поистине наградой от Бога в наше скудное духоносными старцами время. Память хранит, как драгоценные жемчужины, слова его советов, а примеры его отношения к учению церкви, к храму, святыням, хозяйственной деятельности – во многом нашел продолжение в жизни Святогорской лавры. Я благодарен Богу за то, что Он сподобил меня послужить в возрождении столь великой святыни, быть орудием промысла Божия в деле возобновления устроения нашей обители, предсказанного за многие десятилетия святогорскими старцами, и участвовать в торжествах присвоения монастырю титула лавры,
которое совершилось, благодаря во многом отеческой заботе, хлопотам и трудам правящего архипастыря владыки Илариона, которого я искренне и глубоко уважаю за его неутомимость, самоотверженный труд, понимание, которое я всегда встречал как наместник при решении вопросов в деле управления святой обителью, за доверие ко мне грешному и за чистосердечное отношение не только к моему недостоинству, но и к братьям-насельникам. Рассматривая как верующий человек и священник свой жизненный путь, во всем усматриваю водительство крепкой и любящей десницы Господней, приводящей меня из одного места в другое, поставляющей на моем пути те или иные события и обстоятельства, способствующие моему укреплению в делах веры, окружающей меня людьми духовными, общение с которыми несказанно способствовало духовному обогащению, я глубиной своего сердца осознаю актуальность слов Христовых. Не вы меня избрали, а я избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Стоя пред вратами Божественного милосердия и готовясь вступить в череду продолжателей дела апостольского, слышу глубиной веры со страниц Священного Писания голос Христов: «Не бойся, ибо я с тобою». Я благодарен вам, ваше блаженство, всечестные архипастыри, за доверие ко мне грешному в деле избрания моего как будущего епископа Церкви Христовой, за труд, который вы понесли, путешествуя в нашу обитель. Мне дорого то, что вы решили совершить хиротонию под сводами сего Успенского собора в стенах Святогорской лавры, в которые при восстановлении вложены душа моя и сердце. Я искренне признателен, что при этом таинстве будут участвовать близкие моему сердцу архиереи, которым я многим обязан. Я осознаю, что это великая честь не только для меня, но и награда святой обители, благодаря чести которой наместник в ней поставляется в сане епископа. Я утешаюсь от мысли, что вместе со мной переживают и волнуются единодушные братья, вместе с которой Господь судил мне нести труды по возрождению святых гор. Множество дорогих и близких мне по духу людей наполняют сегодня церковь, и душой своей я чувствую единство духа и их молитвенное участие в этот трепетный для моей души момент. И это для меня является еще одним из примеров незаслуженной мною милости Божией. Осознание этого еще более побуждает с величайшей ответственностью уготовлять себя к принятию великого дара благодати и переживать, чтобы благодать Божия не тщетно была принята мною. Я повергаю ныне себя к вашим святительским стопам, прося молитвенной поддержки моей скудости и недостаточеству, да восполнится она благодатью Божией, всегда немощная врачующую и оскудевающая восполняющую, чтобы, вооружившись силою Божией, совершать служение по слову апостола: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». И спрашивая вашего благословения на предстоящий подвиг, прошу не оставлять меня в ваших молитвах, как будущего наименьшего собрата, решившегося восприять на себя иго архипастырского служения. Со смирением, принимая высокую честь епископства, на которую я ныне призываюсь Духом Святым через избрание вашего блаженства и собора архиереев, и которое приемлю, и немало вопреки глаголю. Аминь. Господину и Отцу нашему, блаженнейшему Владимиру, митрополиту Киевскому и всея Украины,
Свято-Успенские, Киево-Печерские лавры священно-архимандриту, со всею Его богоспасаемою паствою, многое лето. Митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому, и господину нашему, высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, и господину высокопреосвященнейшему Павлу, архиепископу Вышгородскому, и господину преосвященнейшему епископу Алипию, и господину преосвященнейшему Ефрему, епископу Криворожскому и Никопольскому, и господину преосвященнейшему Амвросию, епископу Черниговскому и Нежинскому, со всею их богоспасаемою паствою и всему освященному собору, Богом хранимей стране нашей, властям, воинству и народу ее, многое лето. Нареченному о епископа богоспасаемого града Святогорска многое лето. Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему, глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое, вон ми гласу моления моего Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Тебе узришь имя, яко Бог не хотя и беззаконие Ты еси, не приселиться к Тебе лукавно яй,
ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделися все делающие беззаконие, погубившися глаголющие лжу, мужа кровельстива гнушается Господь, аж же множество милости Твоя внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоем, Господи, настави меня правдою Твоею, враг мой ради исправи пред Тобою путь мой, я конец Твоих всех их истины, сердце и суют на гроб отверз рта них, языки свои мельчаху, суди им Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко пригорчишь от Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся от Тебе любящие Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас, Господи, прибежище было сином рода род, прежде даже гром не быть и создать из земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не троти человека во смирении, рекли си, обратитесь о сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро яко трава мимо идет, утро процветит и придет на вечер, отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим, и яростью Твоею смутихомся, положилось беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего.